много миллиардов лет назад. Порядка там 3-4 миллиардов лет назад. Ее было очень много, так же, как и на Земле. Марс был активен геологически, то есть росли различные геологические процессы, поднятия, опускания, извержения. На Марс, так же, как и на Луну, и на Землю падает большое количество метеоритов, астероидов, различных небесных тел. Они и увеличивают грунт на поверхности Марса. И поэтому вода, которая была в расщелинах, накрывается за счет падающих метеоритов, комет, астероидов разного размера и разного вида. Вот причина, почему вода могла оказаться на глубине порядка там километра полтора. There is no evidence that some nucellar halophilic organisms might live in the high salinity and very cold water if origin of life has occurred in ancient Mars. Indeed, some bacteria and archaea and eukaryotes can inhabit in super salty lakes on the Earth, such as the Dead Sea and the Great Salt Lake. If the halophilics has evolved to acquire cold tolerance, the life should be survived in the Martian sublake. In addition, Martian life must be anaerobic organisms because oxygen level on Mars is less than 2.2%. To confirm these possibilities of the existence of Martian life, the third expedition of Mars needed to be attempted. Вниз, насколько мы знаем, что на Земле уже пробурить скважину на глубину 19 километров. В Соединенных Штатах Америки есть попытка в районе 30-го года, там Маск, например, Алан Маск, там строит эти планы, послать миссию с участием человека на Марс. И тогда постепенно, конечно, не так быстро удастся обжиться там, создать экосистему, способную поддерживать жизнь человека, и проводить геологическое освоение Марса, в частности, и бурение, и более подробное, тщательное исследование.